Всем привет, с вами Xeon Mega Central, и это корпорация Nova. Сегодня я вам расскажу о Рэби, перехватчик Крис от Ерихона. Что я могу сказать по этому кораблю? Тот, кто до него докачался, советую максимально быстро на нем отлетать и перейти сразу к Крис АЕ, потому что он намного лучше. Просто, ну, пока что я сочувствую людям, кто летает на нем, и всячески желаю побыстрее, как я и сказал, его вкачать. Но раз уж вы на нем и у вас вопрос, как на нем летать, вот вам по версии от Xeon Mega Central фит на данный корабль. Значит, начнем с оружия. В оружие мы поставим скорострельный бластер. В боеприпасы мы поставим двойной дефлектор. Желательно крафтовый, да, вот этот вот фиолетовый. В ракеты у меня стоят малые ракеты, в двигателе стоит впрыск катализатора, а не повороты. Повороты мы включим вот здесь в имплантах. Далее мы включаем в энергоблок стабилизатор напряжения. В щитах у нас стоит два дополнительных излучателя щита и один эмиссирователь. В компьютере у нас стоит инфракрасный сканер. По желанию, кто-то может поставить протонную стену, если вас достают рэбы. В боевых модулях по стандарту. И давайте посмотрим, что у нас здесь получилось. Ой. Так. 5,65,35. И вот у нас получается затанкованный щит. 60,53,30. Почти 9000 щита. Скорость 459. По имплантам. По имплантам у нас самые важные. Ну, так как у нас не стоит поворотника, мы включаем его вот здесь. 5,1. И для того, чтобы полегче попадать с плазмой, и она побыстрее летела, включаем 6.3. Ну и вот дальше смотрите. Такой вот фит у нас получается. Правда, смотрите, кому-то может на видео показаться, что на нем достаточно легко летать. Сразу развею ваши, как говорится, мысли. Не очень-то на нем легко летать, потому что это все-таки не Крис АЕ. Просто здесь нужно сделать еще скидку на опыт моего пилотирования вообще рэбами. Я на них нормально летаю. Ну что ж, довольно болтовни, погнали в бой. We'll be right back.
Вот такой вот был бой. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, гайд вам поможет. Пока!